Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 66 тысяч километров. Потухла левая фара. Здесь стоит штатный ксенон. Решил по одной лампе не менять, заказал сразу две, не оригинальные. Сейчас заменю одну и вторую. Открываю капот. Одна фара светит, вторая фара не светит. Видать, устала. Ну, для удобства сниму воздуховод, беру клипсодер, поддеваю одну клипсу и вторую клипсу. Приподнимаю и выдергиваю. Большая крышка, поворачиваю против часовой и вытаскиваю ее. Здесь стоит блок. Против часовой стрелки поворачиваю. И снимаю его. Вот такой вот блок. А теперь... Так, а я не понял. У меня, похоже, просто разъем выскочил. Я его не снимал. Пробую. Может быть, даже и лампа целая. А что пошло не так? Разъем на место вставил. Блок предохранителя мешает подобраться. Так, одел. Тяжко, неудобно. Одел, пробую. А нет. Все-таки этот разъем, наверное, слетел, когда я снимал. Да, он слетел, когда я его снимал, сейчас он опять слетел. Поэтому ничего в этом удивительного нету. Чтобы снять лампу, сейчас покажу. Вот усики. Как подсветить и показать. Вот так вот. Нажимаем усик в одну сторону, вовнутрь, и в другую, вовнутрь. И снимаем лампу.
Да, лампа просто выработалась. Беру новую лампу. Лампа D2R, маркировка Xenith. А здесь стояла родная. Родная стояла Philips. Ну, не стал я 2,5 рубля за лампу отдавать, поэтому взял такие. Эти взял по 850 рублей за лампу. Новенькая, хорошенькая. Ставлю. Здесь есть две прорези. Две прорези эти вверх ставятся. Также завожу лампу на место. Под фиксатор. Вверху есть направляющий, куда лампа встает. И защелкиваю с двух сторон. Все. Можно ставить на место блок. Блок встает вот так вот и поворачивается по стрелке. Вправо закрыто, влево открыто. Эту сторону я защелкнул. Крышку закрыл и проверяю свет. Какая разница? Здесь белый свет, здесь голубой свет, родная лампа. Но это светит гораздо ярче. Если посмотреть по дому, вот так вот выглядит, насколько он ярче. Хотя светит желтее. Меняю вторую лампу. Свет на новой оптике просто изумительный. А то, что первая лампа, которую я левую поставил, светила желтее, чем родная, это, видать, лампа просто разгорается. Сейчас я поставил правую фару, новую лампу. Теперь получается, левая светит голубым, а правая желтым. Еще не дал ей поработать. Вот сейчас включу. Ну, получается, левая фара с голуба, а правая с желта. Сейчас какое-то время поработает и будут светить обе одинаково. А так свет гораздо лучше стал, чем был на родной, ну, на родных лампах. Просто сами лампы уже подгорели здорово. Ставлю на место воздуховод. И ставлю две клипсы. На этом все. Лампы в передних фарах я заменил. Всего вам доброго.